день инаугурации нового президента Франции Эммануэля Макрона, французам и всей мировой общественности был представлен не только новый президент, но и новая флагманская модель Франции DC7 Crossback, на которой Эммануэль Макрон совершил свой первый парадный выезд. Гражданская версия DC7 была представлена в этом году на автошоу в Женеве. Машина создана на новой полноприводной платформе MP2 и позиционируется как автомобиль премиум-сегмента с невероятно высокой плавностью хода и высочайшим уровнем комфорта. Версия DC7, предназначенная для президента, была изготовлена в специальной мастерской, куда были приглашены реставраторы для покрытия позолотой самой высокой пробы как элементов экстерьера, так и элементов интерьера машины. Кроме того, кузов машины украшен специальными шильдиками с триколором на капоте, багажной крышке и передних крыльях. Ну а чтобы Эммануэль Макрон смог бы приветствовать публику, в крыше машины сделали огромный люк. Серийная же версия DC7 поступит в продажу только через 7 месяцев. Машина будет оснащаться самой современной электроникой, включая систему ночного видения с инфракрасной камерой и массой электронных помощников, обеспечивающих как достойный уровень комфорта, так и достойный уровень безопасности. Гамма прилагаемых моторов у кроссовера DC7 будет состоять из трех бензиновых двигателей мощностью 130, 180 и 230 лошадиных сил, двух дизелей мощностью 130 и 180 лошадиных сил и гибрида мощностью 300 лошадиных сил. О цене машины пока ничего не известно.